Какие-то еще помещения кабинетного плана приспособлены, может быть, еще какие-то? Там у меня кабинет и склад, это от бара, вот здесь вот склад. Подвальное помещение есть. Площадь тоже, да. И вон там, вон где окошки, там это, стоят. То есть кабинет там два есть, да? Ну да, есть там один под склад у нас, а один там уборщицы перебивали. Еще раз скажите, что можно здесь вообще перестроить, достроить, построить? Ну, вообще, это здание, оно задумывалось и строилось как кинотеатр. Причем это был первый кинотеатр, у которого было три зала. Поэтому исторически оно вот такое, какое оно есть. У него сейчас предмет охраны еще не определен, но у него уже разработаны границы территории, зона охраны. И при определении предмета охраны, я думаю, что эксперты будут ориентироваться как раз на его исторический облик и его исторический функционал. Поэтому в случае определения предмета охраны вот тех конфигураций, которые сейчас в здании есть, то я сомневаюсь в том, что его можно будет каким-то образом перестраивать. Да. Мы эти помещения искали в прошлом году. Те помещения, которые нам предлагались, мы выезжали по каждому отдельному адресу. И самый главный потенциал тех помещений, которые были, это либо несоответствие этажей. Нам предлагали 10-этажные здания, 6-этажные здания. У нас по Санпину не больше 4 этажей. Это первый процесс. И второй самый главный – это просто набор офисных помещений. И понятно, колледж, мы специфическое учреждение вообще культуры, да, это исполнительское мастерство, это вокал, это хореография. Ну и, конечно, набор помещений для общеобразовательной школы в рамках балетного направления – это как раз те направления, которые у нас существуют в обыкновенной общеобразовательной школе. То есть дети должны получить диплом об образовании, отучившись в школах, как и принято, да, это классы и химии, и физики, и биологии, и русского языка, литературы, это спортивный зал, который мы сейчас видели, это все то, весь набор помещений, который у нас должен быть. Все, что мы смотрели в прошлом году и в этом, это наиболее подходящее здание. Основная цель нашего выезда была это то, что посмотреть помещение для Саратовского колледжа искусств. Тема смены помещения, она стоит уже давно, эта тема поднималась на одной из заседаний Дум. Губернатором Валерием Васильевичем было сказано, когда депутаты, значит, посмотрят помещение, примут решение, в 2019 году было выделено 200 миллионов рублей для того, чтобы размещение колледжа, колледж находится в двух помещениях на Радищево, арендная плата составляет в год около 45 миллионов рублей с обслуживанием. Это помещение передается бесплатно, но, как мы сейчас прошли, мы видим, что нужно очень большой ремонт, конечно. Помещения очень большие, площадь очень большая, постройка такая фундаментальная, как раньше было. Конечно, для учебного процесса, если сделать ремонт, это будет очень хорошее помещение для наших детей. И даже могли бы немножко увеличить прием, потому что площади много. Так как у нас на территории Российской Федерации реализуется достаточно много проектов,
Наверное, первый этап – это сделать проектно-сметную документацию для того, чтобы понимать вообще, какая цена вопроса, а потом, наверное, участвовать в проектах и выигрывать, если будет такая возможность, для того, чтобы привлечь сюда федеральные средства, потому что для областного бюджета это будет очень тяжело.